Приветствую вас, дорогие наши зрители, и я решил погрузиться в мир стареньких игр. Dungeon Siege, или как это правильно читается, с первой части в стиме она у меня завалялась. Почему бы не начать, почему бы не вдохновиться старенькими любимыми RPG играми. Давайте выберем вот этого Годзиллу. Волосы вверх и штаны, все, хант. Это будет супер хант. Только не запоминайте этого. Это сложность легкая, средняя, тяжелая. Слишком стрёмно, что ли? Когда-то давным-давно помните эту шикарную на континенте Аранна некогда огромная империя звезд пала, распавшись из-за ее легионов, не поделивших власть, а также из-за древнего зла. Легенды. Да и сейчас, в принципе. Но в 10-м легионе остались преданные погибающей империи люди. Они ушли далеко на запад, туда, где находились земли Эйб, стремясь сохранить... Так, даже пропускать. Офига себе, Так, ну что ж, подсвечивание предметов, в целом оно подсвечивается, огненный выстрел. Все можно ломать. Здесь даже вроде должно быть подбирать все. Не помню где. Так, включить, выключить подсветку. Обалдеть. Так, даже, ну вот смотри, в то время даже вроде со стороны очень неплохая анимация. Так, ладно, давайте зайдем в инвентарь. Он даже крутится. Так, у нас есть дубина с шипом, который наносит 2 дамага, 2 кирошения. В принципе, шикарно как раз будет. Здесь же можно и в 2 руки одевать, нет? Нет, пока. Да я уже в другую отрасль пошел. Так, шикарно, все, погнали. Дальше уже будем разбираться. Я уже вообще позабыл, что такие игры есть, хотя... Вторую часть, я помню, я проходил очень часто и очень много. Потом вышло третье. И уже, соответственно, пошло не так, что ли. Она частично переведенная, потому что в Steam она чисто и англоязычна. Поэтому пришлось использовать всякие русификаторы. Но опять же, это все при Steam, там кто-то выложил, написали, что можно использовать. Блин, как же громко, подождите, дайте. Во-первых, сохранимся. И попробуем убавить звук. Разрешение экрана, смотрите, какой шикарный. Так, скорость прокручивания текста, скорость игры, аудио, основной звук, громкость музыки. Вообще предлагаю убрать. Ну, дождь нормально. Местный скример. А если бы мы играли на лифте, вообще было бы огонь. Мы здесь просто пролетали, как непонятно. Так, у меня же все, да? У меня подсветка все включена. Шикарно. Вообще, у меня есть лук. О, попробуем с лука, давайте. Она даже... вот эти анимации, они из готики. Как бы, когда спина супер прямая. Супер прямая прям и должна как бы... Но даже, смотри, в то время система разрыва втыкается, то есть стрелы остаются. Так, там голодишка. Я не помню, как здесь собирать. То есть здесь еще позиции для команды выбираются. Построение группы в ряд, вот. То есть какой упор больше идет на сражение, на защиту и так далее. То есть достаточно командно. Здесь можно неплохо настроить, на самом деле. Здесь, если не ошибаюсь, прям до самого низа вот здесь будет все заделано. Персонажи, наверное, команду достаточно большую можно собрать. Давай переключимся, лучше ближний раскидаем. Ну. Давай. Оно как будто не достает. Ношеные кожаные доспехи. Давай.
У них показывают ХПшки, конечно, сколько осталось, что. Давайте используем. 50, шикарно. Так, что у нас по инвентарю? У нас есть защита 4. Кинжал, молния, скиллы. Ну и в целом все. Ну и все, что я могу предложить. Здорово, шершняк. О, да. Ап уровня, контактный уровень. Неплохо. Вообще здесь, по сути, достаточно просто завести в разгар куда-нибудь. На какой-нибудь кипиш и заварушка начинает автоматически сам биться. Голубоволосый чел. Шикарно. Там вон, смотри, всякие штуки. Вот как свиноматка. И вот сейчас просто смотришь, да, вот убиваешь, так скажем, вот этих всех монстров, вот этих всех. И понимаешь, что в принципе-то сейчас вот делают, они все отталкиваются от стареньких игр. Нового-то по сути никто ничего не делает. Это не самые легендарные первые монстры, которые только осуществовали. Так, шикарно, ладно. Очень хорошо. Очень прекрасно. Так, идем дальше. Здесь даже можно поставить на паузу, кстати. Книга путешественника, чтобы переместить оружие между панелями. Оп. Паузу поставил, все, встретьте, обалдеть. То есть можно подумать, чайте, пес крагов, крикуны, рыба-крикун какой-то. Да, ну что такой косой? Ну они уклоняться умеют, да, когда не поспоришь. Давай. Шикарно. В принципе, можно пока лузы. Особенно вот эти ближники-дальники. Дальники, точнее. Ближники-дальники. Ух ты, сколько вас тут, ребята. Давай, давай, тебе тоже. Да хорош. Давай, давай. Потаскался. Ух ты, ёпта, чизбургер. Так, на ближний бой переходим. Тупой кинжал. Всякое говно падает, которое уже есть. Смотри, сколько здесь сломать. Гранату имел, да? Так, это как у нас работает? А, скрыть мне все это. На. Хорош, заряженный кулак. У них даже так анимация выпадения, даже прям нахлынуло так, что мама не горит. Так, камеру можно листать. Ну, время переворачивать, это хорошо. Это хорош. Можно наверх. Тоже надо аккуратно кликать. История склепов. Магические доспехи. Это обычные свитки. По сути, если мы прочитаем, что нам книга дает? Подожди. Просто историю. Магически активные заклинания. Ну, в принципе, это тоже все в активку закинем пока. А здесь можно сортировать. Ну, шикарно. Я тоже так думаю. Можно для себя что-то взять, опять же. Много. А мне кажется, самое это оптимальное есть. Ух ты. Хорошее начало. Посмотрим, как она атакует. Но она порезче, но урон. Урон так себе. Но у нас будет определенный класс магов. И т.б. и т.п. Пока возьму лучше. Самый ходовый класс, на самом деле. Чтобы увидеть карту, место, сейчас нажмите карту. Хорошо. Да, какая же у меня скорость, смотри, сколько я не втыкаю, смотри. Какой мощный тип. Пёс-крага. Курица никто трогать не может. Хорошо. Так, давай-ка мы тебе сейчас. А-а-а, я не туда клацал. И уже упал. У нас прокачался скилл охотника.
Хорош, ты бьешь их, дурачок. Где японский дом? Я долго тут бьешь. Надо уходить, заманивать. Так, давай еще пей. Бля, долго пьешь, что за Dark Souls начался. Так, 2 хп у него. Хорош. Давай, давай, давай. Пей, давай. Мы так сихо, мне сейчас мы так сихо позади потратим. Пузырь целого орала, пожалуйста. Отвездывай. Это комарики? Теперь я понимаю, но комаров не вижу. И где их не полюбим. Так, меня интересует, другая. Да ёб твою мать, хороший сайт профи. Паша, а смотри, аж под громкость сделать, да? Найти друга Норика, где он в городе. Так, хорошо. У нас есть также здесь такая штука. А, карта месяца. Неплохо. Как их сделать, как их Divinity. Показать название вещей, лежащих на земле, горячая. Это мы тоже знаем. Я пью шотландское. Тут еще плюс авто, как сказать, автореген работает. Бля, ну у меня косоглазик, конечно, 800 поворотов. Ты что, так вплотную ему не можешь бафу? Бля, комарик плюется. Ну это типа жалкие начало отродья. Вот этот разведчик Краг. То есть просто запоминать, если на самом деле. Краги. Можно просто для себя что-то краги придумать. Мусорщик Краги. Так, ничего не валяется. Это еще надо, прикиньте, по полу леса еще гулять, все очень. Прозрачность, когда ты стоишь, допустим, за деревом, либо еще что-то. Вот зашел, что-то прозрачность. Ну, команды, у них выживаемости практически нет. Это как бы так. Угу. До города еще часа тут добежал. Я, конечно, не помню. Они вроде, она кстати, не супер длинная, но... Хотя почему не супер длинная? Просто что? Длинновато игра. А ты можешь попасть просто к этому дебилу? Прям бесит. Стоишь вплотную и махаете друг другу. Как можно, блядь, дубинку промахнуть, если стоять перед ним? Он ведь тоже не уклоняется. Все, хорошо. Так, давай в дом за этим посмотрим. Он еще подвал. Так, подсказки понятны. Здорово, ебало. Мне показалось, что вы собирались в Стоунбридж. Узнать, какая. Что натворили краги. Ну, если найдется минута, шикарна. Чтобы помочь соседу, я хотел бы попросить об одном одолжении. Так, согласен. Когда я понял, что краги атакуют нас, я хотел спрятаться... Так, хорош, ладно. А ведь тоже в то время, считаю, ну какой профессиональная озвучка, я считаю, уже неплохо было достаточно. Здесь вообще без уровней, как бы, то есть ты зашел, просто сразу с крышей построенный все. Подземелье с крышей, подвал с крышей. То есть здесь нет определенных переходов, делали просто, ты когда считай тоже сколько работ. Так-то можно было нахерачить здание, сколько до усрачек тебе. Ну, я имею в виду дополнительных лог, да, и потом как бы типа соединить здесь. Хотя, может, и в то время как-то это было все, не знаю. Увлекаться-то геймдемом стал совсем только недавно. Ля, что творится? Я ничего не нажал. Сейчас нам тут отпиздячат, нас отвечают. Вот этих надо мелких сначала. Ты можешь вот этого дебила убить?
И жуй его. Давай, давай, давай. Хорош. Главное, пиздюков. Я дальше буду. С этим один на один будем биться. Мусорщик Бранкар. Это жесткий ты уже мусорщик. Посмотри, сколько мы друг друга. Битва. Титан. Мне нравится, даже в то время была анимация. Действительно, без всяких переборов. Сейчас вот 3D-шно сколько делают игр, допустим, анимации такие. Иногда корявые, боже мой. Бьет мечом, ёпта, мать, жопа отрывается. Так, у нас есть что, вилы 6-10, а камень топор 2-4. 2-4. 5-9. 3-6, кстати. Во-первых, надо сделать вот так. Может быть, вилами попробовать? Давай попробуем вилами. Это все надо распушить. Зато сразу десяточка, может быть, даже с одного удара. Цикл замах, считай. У каждого оружия настроена своя анимация, ёпта. Это же шикардос. Так, еще вот это не разберем. Балахон. Что ты смотришь, как балахон одеть? Защита 3. Блядь, что ты делаешь? Кто поехал? Кто лифт активировал? Кто активировал лифт? Какой пес это сделал? Так, ну мы сделали. То есть нам сейчас отдать задание. Хорош. С трупом туда сюда. Прикол. Ага, все спустил. Тупой кинжал. Я надо продавца находить. Сколько говна всякого. Насобрали мы. Так, все, я зачистил, пусть он радуется. Теперь может в подвале жить, куковать. Здорово, тип. Че, можно? Большое спасибо вам за то, что очистили мой под... Да, пожалуйста, подавись. Какой добрый. Ну-ка, дай-ка попробуем. Вот этого типа завали. Лё, кайф, слышишь? Вообще просто кайф. Отвечаю. Это надо просто сейчас начинать опять и каждому из вас и испытывать этот кайф. Для кого-то отврат графика. А вот само по себе. Смотри, какой машет, какая анимация шикарная. Такое ощущение, что они в школе на шоу-линии ее брали. Здорово, пиздали. А, вот и сундук. Вот тебе элементы госквара, ёпта. Ага, таракан Джонни. Дюна пришла нежданно. Ты пиздёк, не пиздёк. Смотри, он как послушник, ёпта. Прокачанный, из готики. Ничего, ничего не охранял, просто коробка с HR-ом. Ладно, идем по дороге. Давай, давай, давай. Сейчас махни. Бля, как он машет пивом, отвечаю. Прям вот как в советских разведчиках учили. Палку махать. Ему нанчаки, да, сейчас он всю карту зачистит только так. Ну, флаг России, да, типа, ну, все. Опа, кто такой? Крак очень много. Тихо, мне сейчас напиздячат. Уйди, уйди, да уни ты хромосом. Очень много промахов, но... Бьет как в Dark Souls на втором, ёпта. А если все пиздели получаешь, то пиздец. А что ты делаешь? А ты сейчас взлетишь так. 10 голды. С этой заварушки всего 10 маль. Ах, как обидно. Ух ты, ёпта, уже молния пиздец. Так, давай хилимся. У меня сейчас скоро закончится просто все. Тамак мне так наносит урон, да? Встал тут в кустах, ёпта. Ну бей ты его, что 15 голды. Хорошо. Я не вижу этих собак. Пес как. Убей его. Хорош.
Не, ну хорошо, хоть исцеляющее зелье упал. Ты прикинь, если... Оно у меня сейчас, они у меня сейчас скоро кончатся, зелье, и все, и тогда невозможно будет. О, блядь, пещера. Пойдем зачистим ее. Наверное. Сейчас нам там пиздюлей таких дают, что мама не говорю. На тебе. Вилами тебе. Это тупой крестьянин. Хотя тупой крестьянин, тупой кинжал. Ух ты, блядь, тихо, ты что, это крутой, что ли? Командир, это же командир кракобесов. 28 хп у командира. Да, блядь, ты попади вилами, то как можно вилами, блядь, не попасть в него. Тебе в цирк надо, прикинь, ёпта. Ты посмотри, блядь, как можно не попасть по нему. Ты, блядь, ударьте его, пожалуйста. Не будь забываемы. 2 хп. Слава тебе, собака. Боевой, смотри, у меня уже полный. Так, подожди, что у меня есть? 6 брони. Вот это чувствую, надо выкинуть. Вот это взять. Это вот так. Наш любимый инвентарь. Старый боевой лук. 7-12. В принципе, нормально. 5-9. Летите, кинжалов понабрал, дал срачки здесь. Хотя бы вот для одного места уже можно. Да еб твою мать. А. Хотя бы хоть что-то влезет. Ну-ка, дай-ка. Ага. А интересно, вот там... Ух ты, ёпта. Вилла и Маша там что, воины или крестьяне? Дворник-то. Блядь, ничего себе, в сундуках, ёпта, стрелы. Какие-то агрессивные, как будто с порохом. Костяная дубина. Чё он дает? Ну-ка, подожди. 2.3, говно. У нас полный инвентарь. Я вам серьезно говорю, полный инвентарь. Опа, заначка. НЗшка. Блядь, я тебя сейчас укушу. Все отлично. Ой, пока не пригрозишь. Так, ну тут все, тут полное. Надо из города идти и продавать. Инвентарь у нас маленький. Хорош. На соседи, ты по сути сразу. Мана у нас почти не тратится. Да у нас и не на что ее тратить. Стрел, как будто уклоняется. Бля, я. Ого, попал. У них анимация типа по сторонам. Он когда стреляет, типа влево, влево, вправо, влево, вправо. А у тебя стрела летит как хочешь. Отвечу, хоп. Я не думал, что в то время прям супер искусственный интеллект устраивает. Угу. Хорош. Луки, 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 луки. Он просто ближним, он очень много пропускает. Вот здесь, походу, город наконец-то. Да? А, мост сломан. Прекрасно. Шикарно. Волк, пошли, серый волк. Ты по 2 хп отнимаешь? 4? А, нет, по 4. 3. Когда как? Так, подожди. Проклятые краги! Я знал, что они безмозглые. Так, безмозглые. Все, сгорели, нахрен взорвали все. Как всегда, 500-й обход. Продать бы какому-то цыгану вещи. Это что такое? Что с ним произошло? Что, в 90-е, что ли, упаковали его? Землю закопали. Будет или не будет? Вот в чем вопрос. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здорово, волки. Нихуя себе. Подожди, 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 ты видел сколько? Волков. Ты точно волк, а не пантера? А остальные клыки сейчас еще походу... Говоря волка, альфа за пиздячим. Да сколько у вас тут, а? Так, выпей пока, выпей, 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 выпей. Без костей не выловишь рыбку справа. Да, 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 ты пиздяка уже. Не, ближником повольнее бьет, значит попадет. Всегда удивлялся вот.
Вот послушай нашу логику, но есть вилы, да? Ты можешь просто тупо проткнуть, и все, и будет больно. Клеп, склепы. Прикольно. Видишь, камень на развалине, а там написано склепы. Там альфа, что ли? Вожак волчистая. Ёпта, я же говорил, мы альфа сейчас уже пиздец. Теперь понятно, как ты добрался в Ярайзинг, когда его создавали. Все начинается с альфа волка. Ну, конечно, командир здесь крауга хотит. Крага. Здорово, мужики. Так, это восполнение жизни. Здорово. Давай вот этих сначала запиздать. Давай-ка подхилимся, потом на случай. И вот этих надумерки сначала убить. Потому что от них тоже урон хороший доносится. Бля, ты можешь блядь, попасть по нему, ебавай. Пусоглазый. Давай, мы что же? 30. Вот опять же, я не знаю. Вот, ну просто логически, давайте подумаем. Сука, у тебя волк, да? Ты вожак. Откуда, блядь, волк? Золото. Я не знаю, почему, но я раньше на это не обращал внимания, но так чисто логически. Зачем? Вообще зачем? Это даже не дракон какой-то, блядь, даже не дракоша. Зачем волку? Тут там мясо, ладно, там у него тут кожа какая-нибудь, там, не знаю, пусть даже кольчугу как будто он загрыз кого-нибудь, может в голову, да, прийти какое-то объяснение. Тут золото. Каким, сука, образом? Срёт деньгами или как? Вообще-то можно что-то скрыть и не париться. Какая-то нам в целом даже и не нужна. Ага. Ух ты, ух ты, в смысле, как это быстро перемещаться? Я умею быстро перемещаться? Да тыкни ты уже, тебя бьют, а ты стоишь. О, заряженный кулак, сейчас мы зарядим. Хорош. Маг. Понятно. Так, 17 голды. Надо это все распечатать. Может, что-то путь не уходит. Опять же, места нет. Выпустим, давай лягушек. А, это не лягушка, это комары. Ее комаров в коробке держит. Комар в ахуе. Смотри, по коробке он попадает с первого раза. Ёпта, по комару третий. А, вот опять. Подожди, кожаные перчатки, давай один. Надел сразу, да? А, все, шикарно. Так, ну что ж, дойдем. Это наш первый будет, он как бы будет, ну, небольшой у нас первая запись. Посмотрим, как она вообще вышла, записалась ли она вообще. А то ОБС-ка не захватывает. Приходится через другие проги записывать старенькие. Ну все, полный инвентарь. Как хочешь, так и живи. Так, ну там склепы, понятно. А здесь? Пресвятая Дева Мария. Статуя. Это какие-то фиолетовые. Ух ты, как она. Ну, смотри, фея крестная летит. Ух ты, ёпта. Тайный вход. Пикси дарит вам манну. Спасибо, Пикси. Фиксики. Блять, ёпта твою мать, комар. Пиздяк не нужен. Я не знаю, только, ну, зашел я сюда, да, допустим. Ух ты, блядь, ожил. Гаргулья. А где еще, напомните, где, в какой игре еще оживали статуи? Ну, понятно, Dark Souls, понятно. Что здесь, вода? Цифры по воде умело ходит. Хорош. Ух ты, ёпта, стреляющая гаргулья.
Добей его. Второго. Так, и что у нас есть? Подожди, еще одна статуя. Ух ты, скелет. Тараканчик. Скелет Абобус. Нихуя себе, подожди, подожди, Абобус. Прости, забирай смысл обратно. У тебя кувалда такая, что мы... Ой, хорош. Мне показался огненный гриль. Так, давай подфильм. Ну, у них уже и по 20 какой. Двойной трезубец. Зубластый. Нахрен, вот это говно. Так, это все давай. А, ну у нас есть сюда. Вот здесь уже первое синее оружие, охренеть. Давай вот так отсортируем. Нахрен, вот этим жаловаться. Ух, интеллект 12. Сила, ловкость, ум. Но мы больше в физ идем, поэтому это ближний бой. Ах, все херачится. Нам нужно интеллект побольше. Ну, 8-10, по крайней мере, тоже хорошо, почему бы нет. Давай пока так. Сюда можно спуститься? Найти Бьорна.